По данным синоптика, в ближайшие дни в Челябинске температура воздуха будет стабильной. Подробнее расскажу прямо сейчас. На Южном Урале переменная облачность, без осадков, о температуре в городах. В Сатке, Златоусте и Верхнем Уфале плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Магнитогорске и Карталах плюс 18. Температура воздуха в Челябинске в ночные часы. В воскресенье и понедельник плюс 9, во вторник плюс 10. А в дневные часы в воскресенье и понедельник плюс 17, во вторник плюс 18. На этом все. Берегите себя и своих близких. До встречи на 31-м.